310 тысяч кубов снега вывезли рабочие Одинцовского городского хозяйства за эту зиму. Приходилось работать в три смены, брать технику в аренду. Но с поставленными задачами они справились. Надежная техника. Да, готовы к весенне-летнему периоду. Сейчас стало нормально. Ломается. Нет, почему? Когда смотришь за техникой, ботинки почистил, они же нарядные. Даже и техника. И хотя весна не спешит вступать в свои права, коммунальщики и дорожники уже наготове. Снегоуборочная техника совсем скоро уступит место на улицах города мини-тракторам с навесным пылесосом. Там, где крупная техника не подбирает, он спокойно вот этими щеточками выметает из углов. И как бы все фантики, весь мусор мелкий, все оказывается у него в баке. Значит, и потом он спокойно едет на свалку, его моют, выбрасывают весь этот мусор. И он возвращается обратно на маршрут и продолжает свое полезное дело. Приводить Одинцовский округ в порядок будут с помощью тракторов, погрузчиков, самосвалов, комбинированных дорожных машин и не только. В уборке будет задействовано более 230 единиц техники. 1 апреля в муниципалитете стартовал месяц чистоты и благоустройства. Работы будет много. Переходим на уборку мелкого мусора бытового, восстановление газонов, покраску детских игровых площадок, спортивных, малых архитектурных форм, восстановление также их после зимнего периода, замену урн и покраска лавочек. К весенним работам в рамках месяца чистоты и благоустройства могут присоединиться и жители. 16 апреля в Одинцовском округе пройдет общеобластной субботник. Помимо уборки и посадки деревьев, активистов ждет и праздничная программа. Евгения Августина, Денис Харламов, телекомпания «Одинцова».